Гуашью напишу эскиз самой дорогой в истории картины «Спаситель мира» кисти Леонардо да Винчи. Данная гуашь отличается от детской высокой укрывистостью и большей концентрацией пигмента, но детской мне было писать значительно легче. Этот портрет я выбрал не случайно. Исследователи полностью или частично атрибутируют эту картину Леонардо да Винчи. Известно порядка 30 копий и вариаций этого сюжета, написанных учениками и последователями Леонардо. На картине «Спаситель мира» Иисус Христос изображен в характерной для ренессансной эпохи синих одеждах. Правой рукой он совершает крестное знамение. Левой держит прозрачную сферу, символизирующую мироздание. Эскизы одежд хранятся в Виндзорском замке. В ноябре 2017-го картина была приобретена на аукционе Кристи за 400 миллионов долларов, просто став самым дорогим произведением искусства в истории. Простота – это то, что труднее всего на свете. Это крайний предел опытности и последнее усилие гения – Леонардо да Винчи.